Так я и знала, что вы делаете вскрытие. Черт. Вы не только наплевали на желание семьи, вы нарушили закон. Вас могут арестовать. Вам нравится тюрьма? На больницу могут подать в суд. Я потеряю лицензию, работу. А я люблю свою работу. Вы об этом подумали перед тем, как вскрыть этого несчастного человека? Я сейчас могу серьезно вам всыпать. Есть что сказать? Говорите, я слушаю. Взгляните на его сердце. Оно огромное. Весит больше 600 грамм, и внутри оно какое-то странное. Мы хотим провести анализы. Теперь вам еще и анализы нужны. Кому от этого будет хуже? Как я вас ненавижу.